Организация взаимодействия подразделений и служб при раскрытии преступлений является главной задачей органа внутренних дел. Ее правильное выполнение позволяет добиться положительных результатов работы, в том числе по повышению уровня доверия среди населения. Эта мысль прошла красной нитью сквозь все выступления в рамках заседания коллегии управления. В результате проделанной правоохранителями работы процент установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений по линии уголовного розыска, по итогам работы за 4 месяца текущего года составил порядка 70%. В целом, сегодня результат работы по раскрытию преступлений в УВД Брестского облсполкома достаточно положительный. Общее раскрытие преступлений на уровне 70%. Особо хочу отметить то, что мы являемся лидерами в республике по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. 95% по оперативным данным раскрывается на сегодняшний день. В остатке у нас остается на текущий момент 10 всего лишь преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких, по которым подозреваемые лица пока не установлены. Конечно, налаженное взаимодействие всех смежных структур, а это и работа с сотрудниками комитета судебных экспертиз, следственным комитетом, вносит немалую роль в увеличении показателей раскрываемости. И на это сегодня должен быть сделан особый упор. Однако не только преступления уголовного характера сегодня актуальны для милиции Брещины. К сожалению, все более частыми становятся вопросы обеспечения охраны общественного правопорядка. И если уличных драк и потасовок стало меньше, то такая проблема, как кража личного имущества, сегодня довольно актуальная. Ситуация также, она не ухудшилась, хотя количество этих преступлений несколько возросло. В основном насильственные преступления, такие как разбойные нападения, грабежи, хулиганство, они, значит, уменьшаются, но вместе с тем в последнее время наметился рост таких преступлений, как кражи в общественных местах. Особенности кражи велосипедов, кражи из автомашин. Отличным помощником правоохранителей в раскрытии преступлений были и остаются камеры наружного видеонаблюдения. Дополнительным импульсом в развитии этого направления работы явилось принятие специального указа президента, а также постановление Совета министров Республики Беларусь, которыми были утверждены критерии отнесения объектов к перечню обязательного оборудования средствами системы видеонаблюдения. Важно, чтобы на специализированных городских учреждениях находились элементы видеофиксации. Во многом именно они помогают поставить точку в уголовных и административных процессах, определить меру и форму наказаний. А потому камеры видеонаблюдения, например, на учебных заведениях города, стали необходимостью, в какой-то степени продиктованной временем. Свидетельские показания в большинстве случаев берутся в основу принимаемых решений, они проверяются в совокупности других доказательств, но вместе с тем человек, свидетель, он не каждый раз может запомнить все обстоятельства, которые имеют значение для того или иного дела. Камеры видеонаблюдения позволяют соответствующий пробел восполнить и наиболее четко и полно восстановить картину произошедшего. В основном это две цели. Да? Первая цель – это профилактика правонарушений, так как мы все-таки отслеживаем и при помощи камер. Мы можем найти, например, у нас были случаи, когда угнали велосипед, камеры просмотрели, нашли. К нам неоднократно обращались сотрудники внутренних дел. В целом, принимаемые меры позволяют обеспечить надлежащий уровень правопорядка в области, не допустить осложнений оперативной обстановки и адекватно реагировать на любые ее изменения.